В 203-м микрорайоне Якутска стартовало строительство сразу 5 социальных объектов. Торжественная церемония прошла в минувшие выходные. Нажатием символической кнопки глава города Айсен Николаев и представитель компании-застройщика «Газэнергомонтаж» Андрей Урун дали старт строительству национальной школы АИКТА, детской школе искусств, библиотечного центра и двух детских садов. Подробности в материале Сыргыланы Захаровой. Строительство сразу 5 социальных объектов началось в минувшие выходные в 203-м микрорайоне города. Это два детских сада, библиотечный центр, школа искусств и национальная школа АИКГАТА. Последний, самый крупный объект. Вся его территория рассчитана на 10 300 квадратных метров. Школа рассчитана на 550 мест. Так же, как и другие объекты, она будет оснащена самым современным оборудованием. Если говорить о киноконцертных залах, о национальных залах, технологическое оборудование, которое нами спроектировано и будет применено, отличается в первую очередь энергоэкономичностью, но в свою очередь оно высокоэффективно. Работу ведет сеть строительных компаний ВИС. Еще в конце 2015 года она выиграла конкурс по возведению 12 объектов в рамках государственно-частного партнерства в Якутске. Отметим, что холдинг в разных регионах страны реализует еще несколько подобных крупных соглашений. В столице республики компания представляет «Газэнергомонтаж». Вместе с представителем компании Андреем Урумом глава города Айсен Николаев дал старт масштабной стройке. 3, 2, 1, пуск! Заливка первого туба бетона в основании объекта совершена. Я считаю, что вот эти объекты, они сами по себе, каждый из них очень красивые, очень нужные для города. И их вот уже в 2019 году позволит нам социальную инфраструктуру города очень серьезно вперед продвинуть. До конца 2019 года, помимо 5 объектов в 203-м микрорайоне, «Газэнергомонтаж» должен построить еще 3 детских сада, 2 общеобразовательные школы, центры детского творчества, многофункциональный развлекательный комплекс с концертным залом и международную артическую школу. Общий размер инвестиций составит порядка 16 миллиардов рублей. Будут созданы 1310 мест в детских садах и 1620 в школах. Сыргылана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.